В очередной раз Беловский центр занятости гостеприимно распахнул двери для беловчан. Правда, на этот раз ждали только представительниц прекрасного пола. Мужчины, конечно, тоже приходили за консультацией или за тем, чтобы получить какую-либо новую информацию. Но сегодняшняя ярмарка больше женская. Специалистам центра занятости захотелось сделать приятный сюрприз горожанкам к празднику. Пригласили около 10 предприятий организаций города и Беловского района, которые представили более 200 вакансий исключительно для женщин. Мы надеемся, что порядка 20% граждан, которые обратились к нам сегодня и которые вот еще подойдут за содействием в поиске работы, смогут найти работу или трудоустроиться. Беловчанки, стоящие на регистрационном учете или недавно потерявшие работу, признают такую форму работы очень удобной. Надежда сегодня впервые пришла на ярмарку вакансий. Оказалось, не зря. Есть много вакансий здесь, да. Также представители разных профессий требуются здесь, да. Можно выбрать для себя подходящую. Тут же составить можно резюме, оставить свои контактные данные, связаться с работодателем уже напрямую. Если какие-то остались вопросы у нас, да, к работодателю, можно в любое время к ним обратиться, либо взять контактный телефон, либо электронную почту и тем самым как бы найти себе работу. Не нужно самим ехать на предприятие или обзванивать их все. За короткое время специалисты отделов кадров подробно расскажут не только о вакансиях, но и о самих предприятиях. Выбор разнообразен. Работники требуются и на предприятия торговли, и в сферу услуг, и в медицинские учреждения. Многие женщины получили сегодня полезную консультацию или совет, а кто-то приглашение на работу. Так что свой любимый праздник они будут отмечать, уже имея впереди перспективу на будущее.